Каток «Европа Плюс» открылся в Олимпийском парке. На лед тренировочного центра «Айсберг» вышли сотни слушателей радиостанции номер один в России и Сочи. Бесплатные коньки, конкурсы, флешмобы, море хорошего настроения и, конечно же, любимая музыка, которая звучала нон-стоп. Все это «Европа Плюс» подарила своим постоянным слушателям. Скользко! Хорошо! Отличное настроение, музыка классная! «Европа Плюс»! «Европа Плюс» я слушаю каждое утро. Днем позитивные песни, которые будут по утрам. В Сочи я первый раз на нормальном льду. Много народу, весело, все отдыхают, кайфуют. Позаботилась «Европа Плюс» и о тех, кто кататься не умеет вообще. Тренеры учили новичков азам катания, а бывалых обучали новым элементам. Те, кто не смог поучаствовать в этом ярком событии, могут покататься на тренировочной арене «Айсберг» уже сегодня. Ежедневно в эфире радиостанции разыгрываются пригласительные билеты на каток «Европы Плюс». Следите за эфирами по будням с 18 до 19, по выходным с часу до 2. Участвуйте в игре и забирайте свои пригласительные. Возьмите с собой друга или любимого человека. Каждый пригласительный рассчитан на двоих. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.